Доброе время, уважаемые зрители, доброго времени суток, зрители по ту сторону экрана. Сегодня у нас начинается первая игра стадии 1/4 финала Лиги Магнитка. И я с великим удовольствием скажу заветные три слова. Мы начинаем КВН. Сегодня, как я уже сказал, у нас стартует игры 1/4 финала. И в игре примут участие 4 команды, а именно... Карагандинский медицинский университет представляет команду КВН «Риксос». Город Караганда, сборная Дворца детства и юношества «По факту». А следующая команда является победителем фестиваля открытия Лиги Магнитка. Тем более интересно, смогут ли они подтвердить свой статус. Молодежная сборная города Темиртау. Следующая команда. Команда этого университета неоднократно становилась победителем игр в городе Темиртау, в том числе и на этой сцене. Команда КВН «Мирные жители», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. А решать, кто же сегодня пройдет в полуфинал, напомню, из 4 команд сегодня пройдут только 2, будут наши многоуважаемые жюри в лице руководителя группы «Акапелла Априори» аксакал темиртауского жюри Дю Юрий Евгеньевич. Директор молодежного ресурсного центра города Темиртау, чемпион Лиги Магнитка Жомагильдинов Айдын Имантаевич. Директор темиртауского филиала Халык Банка Казахстана Жумабеков Жасулан Нурланович. Менеджер по маркетингу ресторана Bro Food Шабельский Иван Николаевич. Кстати, по окончанию игры многоуважаемый жюри выберет лучшего игрока, и лучший игрок получит сертификат на посещение этого замечательного ресторана. Давайте поаплодируем. Самый красивый участник этого жюри, да простят меня тех, кого я представил ранее, главный редактор новости Темиртау телеканала ТТК Исланова Юлия. Чемпион Лиги Магнитка в составе сборной Карагандинского государственного индустриального университета, чемпион региональной лиги Иртыш, капитан сборной города Темиртау Хигай Сергей. Вот все формальности соблюдены. Осталось сказать последнее. Уважаемые команды, ни пуха, ни пера. Пока команда готовится, хотелось бы напомнить, что сегодня в игре будут 3 конкурса. Приветствие, разминка и домашнее задание. Первый конкурс у нас «Приветствие», и начнет его команда КВН из города Караганды. Карагандинский медицинский университет. Команда КВН «Риксос». Всем привет! Привет, Темиртау! Toujours dans un spi, madame Babochko, c'est pour mes garçons, oui, madame Babochko, si vous voulez, on se tweet.
сцене команда КВН Риксес, самая мощная команда этой игры. Сходу вопрос, почему мы самые мощные? Ты чего, Навиль? Про нашу команду ходит легенда. Как-то раз трое парней жили мирно, но все изменилось, когда Алексей Ли позвал их играть в КВН. И только Арсен смог так собрать таких ребят, как корейца, казаха, иранца, афганца, араба, еврея. Брат, что там долго еще? Да, еще есть индуса. Собралась мощная команда со своей изюминкой, курагой, грецким орехом. Кто там еще маму передал? Ребят, давайте начнем. Давайте. Вперед, Риксес! Караганда – это город шахтеров. Итак, представим семье у шахтеров. Сынок, обед готов. Зови папу. Хорошо. Папа, кушать! Let's get comfortable. Итак, представим случай у ночного клуба. Фейс-контроль. Итак, представим случай в семье динозавров. Сколько тебе говорю, не сутулься! В семье без ссор не бывает. Итак, представим, ситуация в самой обычной семье. Уходи! Хочешь уйти? Уходи! Ненавижу тебя! Я уйду от тебя! Вещи свои забирай! Заберу! Чемодан свой забирай! Заберу! И ребенка своего забирай! И ребенка с собой заберу! Пошли! Стойте, стойте, стойте! Дома никого не осталось, мне страшно, давайте! Случай в больнице! Тук-тук-тук, доктор, можно? Да, можно. Здравствуйте, доктор. Вы по какому вопросу? А вы ничего не забыли 30 лет назад? Да нет, вроде бинт оставил. Ха, хуже. Руки не обработал. Еще хуже. Вату оставил. Ха, хуже. Что и может быть хуже? Вы мне пуповину не отрезали. Итак, представим сложная операция. Пинцет. Скальпель. Извините, что? Извините, 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 что? Извините. Леха, тиктоки не скидывай, я на операции. Извините, извините, пожалуйста. Простите, простите. Зажим. Можно как-то поаккуратней? Вы умрете? Не вставайте. Все, 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 извините, извините. Зажим. Пинцет. Ой, извините, извините, извините. Леха, я из-за тебя сейчас сдохну. Не отправляй ничего. Все, извините, извините, извините. Больше не повторится. Все, все. Вату. У него пульс падает, кардиограмма на экран. Мы его теряем. Быстро вату. Мы его потеряли. Что мы будем делать? Что? Что? Блин, Леха, из-за тебя сдох. Итак. Итак, что бы хотелось сказать в конце. Какие бы у вас проблемы не были, чем бы вы ни болели, не забывайте, что есть люди в белых халатах, которые искренне за вас переживают. На сцене выступала будущая, команда будущих медиков в Риксес. Спасибо.
Жатыр барма шауын, көзді ашып жымдым, кел қалсауыр, жадай жаман емес, жадай таптауыр. Спасибо большое команде КВН РИКСС, да, по-моему, это очень отличное начало всего игрового дня. Очень приятно, что медики будут именно такие, да, вот приедут и будут шутить. А мы едем дальше. И следующая команда также из города Караганды. Команда заняла на фестивале второе место. Также она является финалистом Карагандинской лиги и финалистом молодежной лиги «Магнит Коннект». Так что команда хоть и молодая, но очень опытная. Команда КВН по факту – сборная Дворца детства и юношества город Караганда. КВН по факту. Мы сборная команда дополнительного образования в городе Караганда. Вика, какая сборная? Сейчас в образовании сборы запретили. Вообще сейчас 1/4 финала, поэтому в нашей команде 1/4 человека. Хватит этих шуточек. Лучше объясни мне, почему у нас в команде играет взрослая женщина. Да это Варя, и да, она похожа на 40-летнюю женщину. Когда я гуляю с парнем по рынку, это выглядит так, как будто мать собирает сына в школу. Если честно, у нас в семье такая же проблема. Это Вика, она несущая стена нашей команды. Все время что-то несет. А ну-ка, продемонстрируй. Розовая челка у Ерболата, вряд ли Ерболата возьмут солдаты, но никто не знает, что в военкоме. Суинши! Данил, что случилось? Я казахский язык начал учить. И как успехи? Да, пока что только множественное число выучил. Так что, тартер, вас сейчас ларлер выиграют. Кто сказал? Птичка на хвосте принесла. Летит патруль, прямо за нами. Рад за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди. Ох уж эти коперские. Не думала ты, что там одни пернатые играют. Карина, ты что тут делаешь? Я же тебя с бабушкой оставила. Да все нормально. Она тут за молодежную сборную играет. Карина, я должна быть самой маленькой в команде. Нет, я. 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 Да я самая маленькая. Я. Никогда не думал, что будут ругаться за звание самого маленького в команде. Итак, давайте как наша школа, когда приезжает Аким. В смысле? Начинать показывать самое лучшее, что у нас есть. Итак, представьте, Аким города Темиртау снимает в ТикТок. А сейчас я вам покажу, как преобразился наш город Темиртау. Давай быстрее, я долго не удержу. Случай на латиноамериканских танцах. Кто последний в туалет? Я. Я за вами. Хорошо. Где-то в Астане. А вот и наш город! Голосуйте за лучшего Акима! Сейчас очень популярен киберспорт. И если есть парад Олимпийских игр, должен быть и парад киберспортсменов. Итак, парад киберспортсменов. Первые выходят майнкрафтеры. Вторые выходят игроки в CSGO.
И третьи выходят дочери, но они не одни, они с мамками. И в конце выходит самая непонятная команда. Команда КВН по факту. Сегодня с нами играют пенсионеры, маленькие дети и студенты. Мы вообще в КВН играем или в Акимат за льготами пришли? Ну а с вами была команда КВН по факту. Спасибо большое команде КВН по факту. Мы едем дальше. Следующая команда, мне кажется, очень тепло примет этот зал, потому что основные болельщики, ну, мне кажется, именно этой команды. Встречайте, команда КВН, молодежная сборная города Темиртау. А говорят, Лещенко не в моде. Привет, Темиртау! Вас приветствует молодежная сборная Темиртау! Какая экология, такая и молодежь. Мы сегодня играем с медицинским университетом. Это было основным нашим условием. Давайте будем знакомиться. Наша самая младшая участница Ярослава. Она общественный деятель. Работает с инвалидами. Девочки, я видела наше выступление. Это Алексей работает с инвалидами. А еще у Ярославы есть группа здоровья. Группа есть, а здоровья нет. А это Рая Алексеевна. У Раисы все в личной жизни хорошо. Рая, расскажи. Дедушка приучила смотреть со мной сериалы. На рыбалку он не ходит, потому что идеален. Почему он идеален? Престарелый каблук, он режет хлеб и чистит лук. Ни пензой пятки мне потрет, ни человек, а сладкий мед. Вот. Рая, ты что такое поешь? Так мы точно не выиграем. Девочки, знаете, если сегодня мы не выиграем, это месть жюри лично мне. Потому что я с одному из них а-та-та делала. Так это было в детстве. Почему в детстве? Я же молодая женщина. Это было недавно. Девочки, а где у нас Карлыгаш? И КВН впереди, глазки крашу я, вся красивая. А Гаи пищит, что мне говорит, все это фигня. Прокурора, теща, я! Клав, ты где была? Да на даче. Вообще, девчонки, давайте быстрее, мне еще назад пилить надо. А как же приветствие? Сейчас. Кто у нас там самый молодой жюри? Айдын. Айдын. Балам. Или ты ставишь там сегодня без баллов? Или пойдешь копать и работать без соток?
Выбирай! Девочки, ну это не серьезно. Скоро выборы, надо будет голосовать. Но я за партию. А их там нет. Тогда за Токаева. Его там тоже нет. Извините, а вообще в Казахстане выборы нет? Чтобы сегодня выиграть, надо быть с молодежью в теме. Вот молодежь сейчас что слушает? Ирину Кайратовну. О, как уважают. Даже по отчеству называют. Надо быть в тренде с молодежью. Ну, о, можно я спою? Ой, Рай, у тебя одни песни грустные. Да ладно, одну про Натали. Давай, пой. Натали, до утра мы отпевали Натали. Рай, стоп, ты чё? О, другую. Родительский день, начало, начал. Здорово, Петрович, ты тоже скучал. Рая, это же кринж! Нет, крапивница. Бабушка, ну сколько можно? Внученька, ты зачем вышла? Бабушка, я кушать хочу. Ангелина, если мы сегодня выиграем, нам дадут сертификат самое классное и вкусное место в Темиртау. Приют? Да нет. Маки-маки? Да нет же. Магда? Ну нет же. Бро-фуд! Бро-фуд моя самая любимая. И вообще, Руслан Нурланович, перед вами основные ваши клиенты. И поэтому в филиале вашего банка сделай себе игровую комнату. Я не для себя, я для них. Им там скучно. Теперь, девчата, и спереди, и сзади. Нам возраст не помеха, мы играем в КВН. Мы оптимисты в жизни. Жюри об этом знает. И сегодня, конечно, мы точно победим. Спасибо большое команде КВН, молодежная сборная города Темиртау. А мы едем дальше. И последняя команда нашего сегодняшнего приветствия. Опять же, наши гости из города Караганды. Команда КВН «Мирные жители». КЭУ. Наша команда на фестивале выступала шестером. А сейчас будет втроем. И наша песня посвящается именно этому факту. Бог любит Троицу все равно, да? Ну что ж, на сцене команда КВН «Мирные жители». Да-да, на сцене «Мирные жители». Сегодня выступаем в Кию. Кию — это аббревиатура. Кию — это как Караганда и Улытау. Ну, актуально, да, типа? Кию — это как Казахстан и Узбекистан. Нормально, да? Кию — это как Кендалл Дженнер и Урваев Сергей Васильевич. Тоже соседи. Да. Мы просто не знаем, где Урваев Сергей Васильевич живет. И Кендалл Дженнер тоже. Да, ну что ж, у нас небольшие изменения, как видите, да? Поэтому давайте знакомиться. Это Мульдер. Мульдер знает только две буквы алфавита, да? Да. Прикольно, да? Мульдер. Какой сок тебе нравится? Да-да. Нормально, нормально. Алексей или красавчик? Да.
Нормально, нормально. Если мы умрем, куда мы попадем? Ад. Ну что? Кстати, у меня еще есть факт про Мальдер. Она же занимает второе место по красоте в нашей команде. Как видите, первое место еще вакантно. Да-да, это Альтаир. Альтаир – сын асфальтоукладчика города Темиртау. Как видите, у Альтаира есть ямочки. Ну, его отец сделал и сына с ямочками, и дороги. Ты так про него не говори, он тебя в асфальт закатает. О, пускай закатает. Как раз будут чем заделать дыру по республике, знаешь? Да-да-да. Короче, на фестивале мы проиграли команде КВН «Молодежная сборная». Помните? Да. Мирные жители, говорю. Ну, проиграли. Вот эти бабушки же есть? Да-да. Сегодня мы их по-любому выиграем. Знаете почему? Почему? Потому что у нас есть то, чего нет у них. Чего? Зубов. Мехди лага ке ракна, доли сажа ке ракна. Мехди лага ке ракна, доли сажа ке ракна. Парень, ты кто такой? Зачем вышел? Ребят, я хочу играть в вашей команде, и благодаря мне вы сегодня выиграете. Это же не в твоих силах, а в чьих. Будь здоров. Да, короче, как ты нам поможешь? Ты же палочка. Как палочка нам поможет? Спичка, скажи, как палочка нам поможет? Не обижайте меня. Я вообще-то на ходу могу придумать шутку. Ну, давай. Мальчик, тебе случайно не нужна кепка? Зачем? Будешь метр с кепкой. Простите, Алексей. Простите, извиняюсь. Парень, ты не просто палочка, знаешь? Ты эбонитовая палочка. Да. Так что уходи со сцены, пожалуйста. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Все, ребят, я буду играть вместо него. Ну ладно, втроем так, втроем, нормально. Спасибо. Ну что ж, блин, вот за неделю до игры нам сказали, что игра будет в ДК, да? Да, да, да. Нам сказали, что игра будет в ДК, но сейчас мы играем в КГЮ. Вообще, кто этим занимается, вот этими делами? Молодежный ресурсный центр же, да? Да, молодежный, да, ресурсный центр. Айда не монтаешь, да, занимается? Да, да. Вообще непонятно, чем он занимался вообще? Он же недавно историю выложил, где жена беременна. А, понятно, чем он занимался. Кого? Чего? Эй, что там? Да там просто родительный падеж спрашивают. Да, парень к успеху шел. Даже разделся, как видите, да? Ну что ж, такой непонятной эмоции. Команда Queen, мирные жители. Нас не надо настраивать. Итак, настрое. Поехали! Нет, так плохо, потому что ты здорово. Не знаю, что мне делать, и с тобой бою. Итак, представим. ВДВшник с нетрадиционной ориентацией. За ВДВ! И не только. Нет, так плохо, потому что ты здорово. Не знаю, что мне делать, и с тобой бою от доски. Итак, представим, Конор Макгрегор, который сделал себе сандитой. О, Макгрегор, мясо 500, курендек. Нет, Наруто на митинге. Веди его! Нет, так плохо, потому что ты здорово.
что ж, да. И в конце хочется сказать. Дорогие жюри, дорогие зрители, дорогой наш звукарь. Пока Айбек не забрал всех наших игроков, пока, а мы поехали! Стой, поставь на место, ты чё? Всё, уходи! Всё, ребят, выходим! Извините, ну, нормально, попрощаемся. А с вами была команда КВН «Мирные жители», которые поставили на место Алексея Ильи. Ну что ж, ребята, давайте жить дружно. Спасибо большое, команда КВН «Мирные жители». Это было последнее приветствие сегодняшнего игрового дня. Я приглашаю все команды на сцену. Это команда КВН «Молодежная сборная», по факту «Мирные жители» Риксос. Прошу вас на сцену. На сцену. Уважаемые жюри, максимальная оценка этого конкурса 5 баллов. Уважаемые команды, да, на сцену не бойтесь, здесь никто не кусается, кроме... Максимальная оценка 5 баллов в порядке выступления команд. Первые начинали команды КВН «Риксос». Их оценки за приветствие. 4, 5, 4, 3, 4, 5. Поставите. Зафиксировали? Зафиксировали. Спасибо. Вторые на эту сцену выходили команды КВН «По факту». Сборная Дворца детства и юношества город Караганда. 5, 5, 5, 3, 4, 4. Три пятерки, две четверки, одна тройка. Зафиксировали. Третьи выходили команда КВН «Молодежная сборная города Темиртау». Их оценки. 5, 5, 5, 4, 4, 4. Три четверки, три пятерки. И завершали команда КВН «Мирные жители» КЭО, город Караганда. Их оценки 5, 5, 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов ровно. Все, мы зафиксировали. Ну что ж, следующий конкурс – конкурс «Разминка». Это один из самых сложных конкурсов, потому что сейчас будет чистейшая импровизация. Что сейчас будет происходить? Команды подготовили заранее вопросы, а у остальных команд будет 30 секунд, чтобы смешно ответить. Ну что, и начинает первый вопрос от команды КВН «Риксос», Карагандинский медицинский университет. Выходите на центр и задавайте вопрос. Здравствуйте, команды. Недавно я видел парня, который в слове «доктор» совершил 6 ошибок. Итак, вопрос. Как улучшить орфографию? Напоминаю командам, что мы принимаем только один ответ. Один ответ на один вопрос. Арсен, задавай еще раз вопрос. Итак, вопрос. Как улучшить орфографию? Перейти на латиницу. Да, хороший ответ. Кстати, Ярослава уже переходила когда-то на латиницу. Потом на русский, потом опять на латиницу. Так. Мы думаем. А пока команды думают, хотел сказать, что Лига благодарит за помощь в проведении игр аппарат Акима города Темиртау и лично Акима города Темиртау Бегимова Кайрата Баяндиновича. Аплодисменты. Мирные жители, по факту, будет ли у вас ответ? Желтый, зеленый, как будто красного не хватает. Есть красный, да? Все, извините, я дальтоник. Есть? О, все, мирные жители. Есть ответ. Арсен, задавай. Итак, вопрос. Как улучшить орфографию? А что такое орфография? А команда говорит по факту. Итак, вопрос. Как улучшить орфографию? Перестать давать писать докторам.
Спасибо. Следующий вопрос задает команда Гвен по факту. Ваш вопрос. Где в Темиртау можно отдохнуть за 200 тенге? Где в Темиртау можно отдохнуть за 200 тенге? Очень актуальный вопрос для КВНчиков. Где можно отдохнуть за 200 тенге? Можно два раза на девятом маршруте проехаться. И 60 тенге еще останется. Так, команда КВН, молодежная сборная. Вопрос. Где за 200 тенге можно отдохнуть в Темиртау? А такие деньги еще есть? 200 тенге. Команда КВН. Риксос. Где за 200 тенге можно отдохнуть в Темиртау? В Караганде. Мирные жители, будет ли ваш ответ? Мирные жители. Где за 200 тенге можно отдохнуть в Темиртау? А? Директор Бруфуда. Никита, вас повысили. Иван, вас повысили. Иван, вас повысили прямо сейчас. Так, молодежная сборная, ваш вопрос. Ну, так как мы не формат молодежной игры, мы в три раза больше соперников, зачем мы здесь? Зачем здесь молодежная сборная? Команда по факту. Ярослава, задавайте вопрос еще раз. Ну как, так как мы не формат, зачем мы здесь? Я же говорила, что мы все-таки в Акимате за льготами стоим, а не в КВН играем. Медицинский. Ярослав, задавайте еще раз вопрос. Зачем мы здесь? Вы показатель того, то, что нужно повышать пенсионный возраст. Символично, что фразу «потому что» тоже прозвучало именно в этом здании. Ярослава, задавайте... Зачем мы здесь? Еще раз. Зачем мы здесь? Кризис взрослого возраста. Спасибо. Едем дальше. Мирные жители, ваш вопрос. Наш вопрос так. Суммарный возраст нашей команды составляет 95 лет. А суммарный возраст команды КВН «Молодежная сборная» составляет 220 лет. Где логика? А, нет, у них еще маленькая девушка выступает. Значит, у них сейчас суммарный возраст 333. Усмешнил. Жестко. Вот что волнует команду КВН «Мирные жители». Суммарный возраст. Они поленились, посчитали же, суммировались. Суммарный возраст нашей команды составляет 95 лет. Суммарный возраст команды «Молодежная сборная» составляет 333 года. Где логика? Жан-Бата, задавай. 333 богатыря и дядька Черномор. Говорил же, кризис старшего возраста такой. У тебя предстоит это. Не дай бог. Через месяц. Как вижу, у вас уже он присутствует. Ладно, извиняюсь. Так, это, кстати, это Сайлау Жанбата, раньше он играл в КВН. Риксос. Где логика? Ты врешь. Я посчитал, их суммарный возраст — это 280. Так,
команда... Чуваки из медицинского университета, если что. А мы из экономического университета. Считать мы умеем. Ну, судя какая у нас экономика, считать вы не умеете. Какой-то батл, да, идет здесь? Ладно. Где логика? 33 коронки, 300 им по сотке. Спасибо, Валя. Спасибо. 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 Ну что ж, и хотелось бы задать вам, услышать вопрос от нашего многоуважаемого жюри. У вас, да, есть. Кто задает вопрос? Хигай Сергей. Сергей Хигай, капитан команды КВН сборной КГУ. Добрый день еще раз всем. Да, давайте поаплодируем погромче нашим командам. В общем, команды, меня интересует такой вопрос. Я вроде бы молод, но уже начал лысеть. Что делать? Это твой личный вопрос или Иван тоже присоединяется к этому вопросу? Мы коллективно совещались. Молодежная сборная. Сергей, задавай вопрос. Я вроде бы молод, но уже начал лысеть. Что делать? У меня миллионок лысый, я не знаю, куда деть. Если зеркала не будет, буду в лысину глядеть. Петь частушки. Сергей, мирный. Я вроде бы молод, но уже начал лысеть. Что делать? Да не, у тебя все нормально. Вот у директора Бруфуда что-то как-то проблемы, кажется. А по факту? Я вроде бы молод, но уже начал лысеть. Что делать? Не приезжай в Темиртау, а то еще и цвет кожи поменяется. Медицинский. Я вроде бы молод, но уже начал лысеть. Что делать? Перестать крутиться на голове. Спасибо. И последний вопрос. Жумагальдинов Айдет. Последний вопрос разминки. Давайте поаплодируем у человека. У человека гуляет, человек недавно женился. Вот, и вопрос в тему. Как вы знаете, я недавно женился. Вопрос. Я темнокожий, моя жена светлокожая. Вопрос. Какого цвета кожи будут мои дети? Азиат! Мирные жители ответили. Все, хорошо. Пойдем. Еще будет ответ сейчас. Не важно, какой цвет кожи, главное, чтобы от тебя. Понимаешь, Адик? А? Молодежная сборная. Айден, задавай. А вы 100% уверены, что это ваш ребенок? Ну, в принципе, в одну точку, да. По факту Айден задает вопрос. Какого цвета кожи будут мои дети? 50%, но еще смотря как зарядится. И медицинский последний ответ разминки. Повторите, пожалуйста, полный вопрос. Как вы знаете, я недавно женился. Вопрос. Я темнокожий, моя жена светлокожая. Какого цвета кожи будут наши дети? Знаете, главное, чтобы они не были темнее вас. Ну давай, ладно, давай, последний, ага. Какого цвета кожи? Не, полностью. Кость? Да. Полностью вопрос. Как вы знаете, я недавно женился. Вопрос. Я темнокожий. Моя жена светлокожая. Какого цвета будут... Оп. Какого цвета кожи будут наши дети? Ну, главное, не расистом, как отец. Лучше ничего не говорить. Спасибо. Спасибо большое. Давайте поаплодируем команды. Это конкурс «Разминка. Импровизация». Самый сложный конкурс. Уважаемые жюри, максимальная оценка этого конкурса 6 баллов. 6 баллов.
давайте по протоколу. Как у вас записано по протоколу? Оценки за этот конкурс. Молодежная сборная. 4-4-4-4. Все судьи 4 балла. Максимальная оценка 6 баллов. Напоминаю. Команда говорит по факту. Их оценки за разминку. 4-4-4-4. Все судьи 4 балла. Команда КВН «Мирные жители». Их оценки за разминку. Традиционный конкурс. 5-4-4-5-5-5. 4 пятерки, 2 четверки. И команда КВН «Риксос». Их оценки за этот конкурс. 5-5-4-5-5-4. 4 пятерки, 2 четверки. Зафиксировали? Зафиксировали. Мы опускаем. Команды готовятся к следующему конкурсу. Под бурные аплодисменты. Никита, оставь, пожалуйста, линия 1, микрофон. Так, хотел бы сказать, что организаторами фестиваля является ООО «Азамат», ККБ «Молодежный ресурсный центр города Темиртау», отдел культуры, спорта и развития языков города Темиртау, Темиртауский дворец культуры и, конечно же, Карагандинский индустриальный университет. А сейчас я бы хотел услышать средний балл за конкурс «Приветствие». Команда КВН по факту 4,33 балла. Команда КВН «Молодежная сборная» 4,5 балла ровно. Команда КВН «Мирные жители» 5 баллов ровно. Команда КВН «Риксос» 4,16 балла. Спасибо. И конкурс «Импровизация». Есть ли у нас оценки? Команда КВН по факту 4 балла ровно. Команда КВН «Молодежная сборная» 4 балла ровно. Команда КВН «Мирные жители» 4,66 балла. Команда КВН «Риксос» 4,66 балла. Спасибо большое. Мы хотели бы поблагодарить за информационную поддержку канал ТТК, сайт Е Темиртау, вечернюю газету, YouTube-канал «Семья ТВ». На телеканале ТТК и YouTube-канале «Семья ТВ» вы можете увидеть все выступления, сегодняшние выступления и все выступления игр Лиги «Магнитка». Кстати, хотелось бы вас пригласить. Завтра у нас состоится второй четвертьфинал, где играют команды «Баламуты», сборная «Балхаша», полуфиналисты «Бас-лиги». Кстати, они здесь присутствуют. Вот, ребята, давайте мы поаплодируем. Команда КВН «Очень странные дела», город Караганда. И кто-то еще у нас будет четвертый. В принципе, не так уж и важно. Завтра увидите, будет вот такая вот интрига. Ну что, мы готовы? Еще чуть-чуть, потому что молодежная сборная Темиртау начинает домашнее задание. Им нужно подготовиться, в принципе. Ну что, хотел бы сказать, хотелось бы, что сегодня у нас одним из партнеров лиги является Профуд. Завтракайте и обедайте выгодно с Профуд. По будням до 16.00 в зале действует скидка до 20%. Покупай еду за бонусы, а не за деньги. Заказывай через приложение Профуд. Вы получаете 10% кэшбэка, который может расплачиваться. Скачайте приложение Профуд, можно в Play Market и Apple Store. Аплодисменты. Ну что, мы готовы? Мы готовы? Ну что? Молодежная сборная, я приглашаю вас на сцену. Давайте под ваши аплодисменты, давайте. Сказка сказывается, но не быстро дело делается. Все знаете сказку про трех девиц из сказки, но никто не знает, что с ними случилось через 40 лет. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Каб я была царицей!» — говорит женщина пенсионного возраста. «Э-э-э! В прошлый раз же другие слова были!» «Слова-то другие! А возраста нет!» «Девочки, а я же стала царицей-то! Помните, обещала весь мир накормить!»
И что вы думаете, получилось? Все донерские теперь мои. Ой, вот я стала царицей. Я для батюшки царя наткала полотна. И что? Что-что? Весь Арселор ходит в моих спецовках. Все технички, ах же пес, все ходила. Куда? Вам до меня. Ой, девочки, а я что же царицей стала? Я ж для батюшки царя обещала к 1 сентября родить богатыря. И что? Самое легкое это. Так я это ему сказала 30 августа. А у меня внучка в Хогвартс поступила. А не все ли, что это из другой сказки? А ничего, что если в наших сказке вообще учебных заведений нету? Ой, девчонки, ой, хватит ссориться, мы так хорошо сидим. У меня на даче в 39-м царстве. Посмотрите кругом, как хорошо. А ты не могла свою дачу поближе купить? А тут 3 дня, 3 ночи добирались. Да и жуть такая. Я теперь знаю, когда меня посылают, куда идти. Куда-куда? В черемушки. А ты чё, с рыбой пришла? За того богача замуж вышла? Морской царь. Ой, за богача. Он только после свадьбы сказал, что он Нептун Балхаша. А вы слышали последние новости? Принцессу на горошине в оливье покрошили. А моя внучка мне говорит: бабуль, я и инстасамку хочу. А я ей: так у нас есть самка. Самка, почаще с ней гуляй, да корми. Памяти нет, телефон забит. Его чищу, внучка говорит: в облако надо скидывать. В облако. А раньше мы как, вы как красились? О, девочки, как был, как сейчас молодежь. Ресницы надо нарастить, губы надо нарастить, волосы покрасить. Вот как раньше было. Пошел в огород, взял свеклу, щеки намазал и красавица, хоть куда. Да это у вас кроме огорода и свеклы салонов красоты не было. А что мы хотим сказать нашим домашним заданием? И не важно, сколько вам лет. Важно сохранить в душе эту маленькую принцессу! Как же так получается, что все люди рождаются либо очень веселые, либо полные отстой. Не родись ты красивою, а родись ты счастливою. Хоть из виду ты старая, но прикольной судьбой. А я ясные дни не оставляю себе, а я хмурые дни возвращаю судьбе. От команд молодых по годам далеки, но зато все равно будем мы. Спасибо большое команде КВН «Молодежная сборная города Темиртау».
Да, да, кстати, но я тоже умею на шпагат. Может быть, и мне просто поверьте на слово и поаплодируйте. А у нас следующее домашнее задание. Команда КВН по факту. Город Караганда. Наше домашнее задание по мотивам произведения Александра Дюма «Три мушкетера». Я Тоска. Я Портоска. А я просто Соска. И кубку счастливому клинку. Так, слушай, ты не Портоска, но ты где-то полтороска. И на шляпах в судьбе не раз шипы. You can't touch this. You can't touch this. Почему я Д'Артаньянку играю? Усы же у Насти растут. Карина, не отвлекайся. Can't touch this. Мы вот мушкетеры, а ты кто? Я Д'Артаньянка. Несу письмо вашему капитану, чтобы он принял меня к вам, ментам. Мы не менты, мы мушкетерки. Да пофиг, главное, чтоб табельные дали. Чищу вас за раз. Мушкетерки, у меня давно с вами терки. Кто ты? Я миледи, и я служу кардигану. Может быть, кардиналу? Ты цену в магазине видела, поэтому теперь я служу и кардигану, и сумочке от Гуччи. Защищайся! Вам повезло, что я вас боюсь. Ну, если ты нам поможешь, то тогда мы примем тебя в мушкетеры. А что для этого нужно сделать? Нам нужно сгонять за подвесками для королевы. А что у нее там, ходовка стучит? Нет, подвеска — это украшение. Она что, ходовку на шее носит? Да нет, мы сейчас тебе по дороге все и объясним. Тебе не раз шепнем «Мерси боку». В Бастилию, в Бастилию, в Бастилию. Какой скучный Тиндер, где моя миледи? Привет, задачник по физике. Это чего еще вдруг? Ну, потому что Ришелье. В Бастилию. Нет, подожди. Я узнала, что у мушкетерок есть подвеска для королевы. Ой, а что, ходовка стучит? Это украшение такое. Давай мы его украдем, начнем править страной и сделаем Жанна Францию. Тем временем мушкетерки отправились в путь. Прошли карагандинскую весну. Да если бы еще не твой бывший, то вообще легкотня была бы. Парад, порадуемся. Солдаты, взять их! Ну что, попались мушкетерки? У меня давно с вами терки. Смотрите, Вин Дизель перебирает картошку. Блин, так интересно, но смотреть нельзя. Смотрите, там же Руслан Джумабеков дерется с Тимоти Шаломе. Блин, вот я всю жизнь на это посмотреть хотела, не представляете. Смотрите, Иван Николаевич запустил мерч от Профуд. Блин, чё, футболка из бургеров в натуре? Смотрите, Юрий Дью дает концерт народных песен на шпагате. Ну ладно, это слишком интересно. Давайте посмотрим одним глазком на счет три. Раз, два, три. Ха!
Так, что бы хотелось сказать в конце? Мы взяли это произведение по одной простой причине. Оно о дружбе и победе. История о дружбе у нас уже есть, а о победе решать вам. Ну а с вами была команда КВН «По факту». Спасибо большое. Мы едем дальше. Следующая команда. Команда КВН представляет Карагандинский медицинский университет. Команда КВН «Рик» со своим домашним заданием. Здравствуйте. Наше домашнее задание про монахов Шаолинь. Итак, представим. Высоко-высоко в горах. Тибет. Приветствую вас, великий монах. Как ты меня нашел, странный жирный парень? Ай, чертова Зендли, зря его скачал. Что тебе нужно? Вы мой отец. Ха-ха, ты идиот. У монахов не бывает детей. У монахов быстрая реакция. Но это правда. Вспомните, 20 лет назад, город Ганчжоу, Микаса. Микаса? Из семейства Акерманов? Да, все верно. Та самая блондинка? Да. Жирная? Да. С бородавкой на лице, страшная? Да, хватит оскорблять мою мать. Чертовы законы Тибета! Я должен принять тебя. Ладно, буду учить тебя ловить дротики. Лови! Если я не могу выгнать тебя, я могу сделать так, чтобы ты сам ушел. Тебе придется каждый день вставать в 5 утра. Я готов. Тебе придется каждый день есть рис. Только рис. Я справлюсь с этим. Тебе придется каждый день лазить на вершину этой горы. Я также справлюсь с этим. Тебе придется каждый день смотреть аниме. Сенсей, вам не кажется, что это уже перебор? Ладно, согласен, переборщил. Слушай меня, я тебе расскажу одну тайну нашей семьи. Ага! Ты думал, я никогда не найду тебя, хитрый Арсен? Ха! Вялый на вид! Мне доктора сказали, что после 30 лет это нормальное явление. Слушай меня, вялый на вид, что тебе нужно? Я помню тот поединок 20 лет назад. Я требую реванша. Ха-ха-ха, я смеюсь тебе в лицо. Чтобы потребовать реванша, ты должен сначала одолеть моего сына. Что? Я ведь не умею драться. Давай, Руслан. Алха. Помоги мне. Ладно, я тебе помогу. Тебе кранты. Давай сам, братан. Что? Нет! Дерись со мной на мечах, как мужчина! Мы будем драться до крови! И пока смерть не разлучит нас! Это же не твоя шутка! Защищайся! Нет! Чёртова аллергия на латекс! Нет! Я умираю! Я не успел попрощаться со своей матерью! Микаса! Микаса? Да! Из города Гуанчжоу? Да, все верно. Жирный? Да. С уродливыми бородавками на лице? Да хватит оскорблять мою мать. Письмо. Ты сын великого мастера. 20 лет назад великим мастером был я. Мой сын. Я убил его ради титула. Горе мне! Горе мне такому отцу! Никогда не подставляй спину под хитрого Арсена. Молодец, сынок. Хорошо придумано. Вставай. Ты заслужил мое доверие. Теперь я присвою тебе фамилию нашей семьи. Какую? Ли. Вот этот, что ли? Не тыкай пальцем. Ну-ка, прикуси, идиот. Видишь вон те ступеньки, сынок? Да. Это очередное задание? Нет. Сходи за пивом к отцу. Как же круто иметь ребенка. Для чего мы это показали?
Как бы высоко ты не залазил в горы, не забывай, кто строил эти ступеньки. Братан, круто сказал. ВКонтакте прочитал. С вами была команда Квен Риксес. Спасибо. Спасибо большое команде КВН Риксос. Аллергия на латекс. Прикольно, конечно. Если бы такое было бы, то фильм «50 оттенков серого» был бы чуть-чуть короче. Ну что ж, и завершает сегодняшний игровой день. Последнее домашнее задание на сегодня. Команда КВН «Мирные жители КЭО». Итак, наше домашнее задание посвящается замечательной группе акапелла «Априори», солистом которой является наш любимый Юрий Дю. Итак, это наша версия акапелла «Априори», акапелла «Возле Приоры». Ну что, ребят, давайте немного разумнемся. Давай. Все, ребят, привет. Я классную песню придумал. Что, споем? Давай. Потом пойдем здесь, в Казахстан, обойдем эту песню. Все, да, готовы? Давай. На счет три, четыре. Tum 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 Одержимый, блистательный он мачо, красавчик мачо просто. Стой! Ты тоже не пой, что-то не получается с тобой. Он прекрасный и великолепный. Он один может все это спеть, поэтому ты тоже не пой. Все. Он спортивный, ускулистый, он красавчик, просто он супер. Все про меня. Че это про тебя, я не понял? Че это такое? Почему ты вечно поешь про себя любимого, а? Ну я солист же этой группы, я должен петь. За все 10 лет существования нашей группы я спел только тум-тум-тум-тум. Мне одно надо, это карьера разве? Что это такое? Да нормально ж, тум-тум-тум, нормально. И когда дома репетирую, соседи приходят, думают, что у меня что-то капает. Тум-тум-тум-тум. Это нормально? Да, не знаю. Я даже канал на YouTube свой так назвал. Лайфхаки тум-тум. А, где это? Молотком бежит, тум-тум-тум-тум. Мне не смешно лично. Когда у меня спрашивают, чем я на жизнь зарабатываю, знаешь, что отвечаю? Че? Тум-тумом. Они думают, я наркотой торгую. Странно. Я ухожу от вас, я устал, честно. Простите, ребят, но я ухожу, я не могу... Стой! Реально не торгуешь? Ладно, без него справимся же мы, нормально поем. Нет, стоп! Я тоже так не могу. Я устала. Мы весь Казахстан объездили, и все, что я говорила, это было... Я даже тренером по йоге стала. Я когда дома репетирую в душе, все думают, что я сморкаюсь. И вообще, почему я стою за тобой? Я 2 часа крашусь и все равно стою за тобой. А, это что ты такое? Такая накрашенная такая, да? Не смешно! И вообще, мне кажется, я в вашей команде, чтобы просто стирать ваши носки и готовить. Я устала, я больше не хочу. Ладно, без носков будем выступать, нормально. Вдвоем без носков, нормально. Тогда я тоже не буду играть. Почему? Мало того, ты что, мою жену выгнал? Еще и без носков выступаем. А вдруг я заболею? Да мне плевать, если ты заболеешь. Заболеешь. Ты сам себе поставить банку сумеешь? Сумеешь. И мне никого, блин, не надо. Не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Рядом. Стоп, я вообще эхо. Я всегда повторяю за тобой. Вот видишь, все, я ухожу с команды. Да подумаешь вообще. Думаю, ты один не могу, я смогу. Все. И жамей МПСУ. Не получается без поддержки. Почему не получается, блин, Алексей? Простите за разминку. Простите. Блин, не получается. Джамбо. О. Я тут подумал, мы же все-таки друзья. О. Ну, еще ты мне денег должен, так что я остаюсь. Да, вдвоем покорим весь Казахстан. Нормально. Вдвоем вот это. Тум-тум. Жамбота, я тут подумала, я тоже останусь. Ура!
С носками еще будем! Классно вообще! Тогда я тоже остаюсь! Ты нам не нужен! Короче, втроем будем покорять весь Казахстан, короче, все! Пойдем, все, покорим! Блин, что-то... Жалко позвать, его. Да? Да, что-то жалко. Давай, иди сюда, все, нормально, нормально. Все, все. Да, и в конце хочется сказать, почему мы показали именно так. Потому что мы хотим пройти в финал. И в финале пожать вот так руку проигравшему и сказать: «Балам, отдыхай». Странно будет это говорить, конечно, молодежной сборной, но я думаю, Юрий Дю понял, о чем я. А с вами была команда КВН «Мирные жители» и новая группа «Акапелла возле Приоры». Спасибо! Но только такая завшая душу. Спасибо большое, команда КВН «Мирные жители». Это последнее выступление. На сегодня я приглашаю все команды на сцену, а именно молодежная сборная «Темиртау», по факту «Мирные жители» и «Риксос». Все команды, которые сегодня играли. Уважаемые члены жюри, сейчас вы должны поставить оценку за домашнее задание. Максимальная оценка 5 баллов. Перед тем, как вы поставите оценки, хотел бы сказать, средний балл за два конкурса, сумма баллов за два конкурса. По факту 8,33. Молодежная сборная 8,5. Риксос 8,82. И мирные жители 9,66 баллов. Что ж, в порядке протокола оценки, максимальная оценка 5 баллов. В порядке протокола молодежная сборная «Темиртау», их оценки за домашнее задание 4-4-4-4-4. 4 балла ровно. Команда КВН «По факту», город Караганда, сборная ДДЮ 4-5-5-4-4-5. 3 пятерки, 3 четверки. Зафиксировали? Зафиксировали. Команда КВН, давайте в порядке выступления. Риксос, давайте Риксос, их оценки за домашнее задание. 5-4-4-4-4-4. 1 пятерка, все четверки. Зафиксировали. И команда КВН «Мирные жители» завершали сегодняшнюю игру и конкурс «Домашнее задание». 5-5-5-5-5-5. Все судьи 5 баллов ровно. Уважаемые жюри, сегодня вы еще можете определить, кто же станет лучшим игроком. Также хотелось бы напомнить, что партнерами лиги также является сеть магазинов «Волна». Мучает жажда, смой ее волной. А сегодня лучший игрок получит сертификат от BroFood. Если после полуночи вы захотите перекусить на прогулке или за рулем, приезжайте в BroFood по адресу Республики 45А, прямо напротив Карагандинского индустриального университета. А лучший игрок, вы определитесь, да? Получается, может быть, объявите, кто же стал лучшим игроком? Да, я думаю, что единогласно мы решили... Ну, предыстория такая, что в этой команде Жан Бота получал уже лучшего игрока, из-за этого Ренджи Миссон лучшего игрока. Мы решили вот этого танцора с нетрадиционной ориентацией периодически. И это отлично. Абди Каримов, Адиль, ну реально, взрыв мозга. Красавчик. Поздравляю Адиля, вручаем его. Я твой фанат. Подарочный сертификат. Ну что ж, Алина, мы сможем объявить средний балл за конкурс «Домашнее задание» и сумму баллов за 3 конкурса. Поехали. Молодежная сборная города Темиртау. Объявляй, Алин, давай. Что ж я так раскричался? В порядке мест с последнего по первое. Давайте сначала «Домашнее задание» в порядке протокола, а потом общий балл. Команда КВН «По факту» 4,66 балла. Команда КВН «Молодежная сборная» 4 балла ровно. Команда КВН «Мирные жители» 5 баллов ровно. Команда КВН «Риксос» 4,16. Спасибо.
Ну что ж, а теперь общий балл с четвертого места. Команда КВН «Молодежная сборная» 12,5 балла. Команда КВН «Риксос» 12,98 балла. И команды, которые прошли в полуфинал. Команда КВН «По факту» 12,99 балла. И команда КВН «Мирные жители» 14,66 балла. Вот так вот, это КВН, а та сотая балла сегодня решила все. Поздравляю команду КВН «Мирные жители» и команду КВН «По факту» с проходом в полуфинал. А молодежная сборная и «Риксос» завтра решится ваша судьба, именно кто же станет полуфиналистом. Спасибо большое, приходите на КВН, любите КВН и играйте в КВН.